يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, в эфире передача, посвященная месяцу Рамадан. У нас в гостях по-прежнему Курбан Мирзаханов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Курбан, мы с вами, насколько я помню, в последний раз вы, точнее, нам рассказывали о об аяте «Бисмиллахи рахмани рахим» и говорили о том, что этот аят был украден, и, в общем, разъяснили довольно-таки хорошо этот момент. Я бы хотел вас попросить в этот раз само значение, в чем важность, то есть, если вы поведаете нам значение, возможно, мы поймем, в чем важность и в чем эффективность этого аята. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. Да, мы говорили о том, что بسم الله الرحمن الرحيم имеет особое значение, особое положение среди аятов священного Корана. И, как сказано в предании, «Асраку акрама аятин фи китабиллях». То есть это самый благородный аят из аятов священного Корана. Но что он означает? И также мы говорили о том, что когда многобожники слышали этот аят, как сказано в священном Коране, «Валлау аля адбарихим нуфура». То есть они отворачивались именно из-за этого аята. С ненавистью отворачивались. И причина этого, причина подобного отношения единобожников, прошу прощения, многобожников к этому аяту, то есть подобные ненависти, подобного презрения, заключается в том, что здесь заложено, то есть в этом аяте заложена идея единобожия. То есть идея единства Бога, единства Творца, единства управляющего, Раббе, того, кто управляет, того, в чьих руках находятся все дела абсолютно. Потому что это смысл аята, когда мы говорим «Бисмиллахи рахмани рахим» с именем Аллаха, милостивого и милосердного, мы прежде чем обращать внимание на каждое из слов, использованных в этом аяте, на каждое из слов, которое содержится в этом аяте, мы должны обратить внимание вообще, что это сам по себе в целом этот аят означает. Этот аят означает, что человек, когда произносит это, полагается только на одного него. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что все дела находятся в его руках. Все дела находятся в его руках. И человек, который говорит «Бисмиллахи рахмани рахим», он, как минимум, подсознательно, если он понимает вообще, что это означает, хотя бы на арабском языке, самый элементарный уровень арабского языка, если понимает, если хотя бы понимает перевод, то он поручает себя этому единственному, в чьих руках все находится. И это есть
практическое единобожие. Это не теория, это не какая-то идея. Это воспитывает в человеке. И, как мы знаем, вне всякого сомнения, вещи, которые произносятся вслух, слова и речи, которые произносятся вслух, они действуют на человека совершенно иначе, чем те слова, которые... Он обдумывает. Он обдумывает те слова, которые он может про себя что-то произнести, про себя озвучить или как-то может даже шепотом сказать. Совершенно иначе. Вы не вникали вообще в суть, почему так происходит? Ну, трудно сказать, нет. Я сказал, что... Но дело в том, что это дело, то есть влияние произнесенных слов на человека. Ну, например, я вот приведу простые самые примеры. Когда человек произносит какое-то плохое слово, например, от которого ему плохо становится, и одинаково ли ему плохо становится от того, что он подумает об этом слове, или скажет это про себя, произнесет это про себя, или выскажет вслух. Нет, это очевидно, что это разное, по-разному на человека действует. По-разному человек реагирует на это. Человек может подумать, произносить в себя эти слова, но при этом не испытывает никакого дискомфорта, но при этом испытывает дискомфорт, когда он произносит эти слова. Есть отличие между... Даже если рядом с ним никого нет, он находится один. То есть есть какое-то свойство в этом. И поэтому человек, который произносит этот аят, и тем более повторяет этот аят постоянно, он воспитывает в себе практическое единобожие. И это самое страшное, самое худшее, самое плохое, что может быть для дьяволов из людей и джиннов. То есть дьяволы и шайтаны – это не только джинны, это и люди тоже, как сказано в Священном Коране. Это самое худшее. Что касается значения этого аята, я приведу... Предание от имама Хасана аль-Аскари, алейхиссалату вассалам, его светлость сказал, обратите внимание, то есть это толкование от непорочного, толкование от имама. Потому что имеются разногласия, имеется непонимание, может быть, разночтение в этом аяте, именно в начале этого аята, потому что сказано «Бисмилляхи рахмани рахим». Первое самое слово, которое использовано в этом аяте, это буква частица «ба». Союз. Да. Частица «ба», которая имеет разное значение. И поэтому здесь есть разногласия, какое из этих значений в данном случае подразумевается. Его светлость говорит следующее. Имам Хасан аль-Аскари говорит «Бисмиллахи рахмани рахим, ай астаину аля умури куллиха биллах». То есть я требую, прошу помощи во всех своих делах. Аля умури куллиха, то есть во всех своих делах прошу помощи во всех своих делах у Аллаха. То есть здесь... У имени Аллаха, алло. Нет, билля, у Аллаха. То есть это смысл аята. Что это означает? Что человек хочет сказать, когда он говорит бисмиллахи рахмани рахим? Мы не разбираем сейчас какую-то определенную частицу, ту же самую ба или слово исм. Мы все еще общий смысл рассуждаем. Да, мы говорим вообще, что это значит. Что значит этот аят сам по себе? Что хочет человек сказать? И что он должен... подразумевать, что он должен понимать, когда он сам произносит этот аят. Об этом говорим. То есть это общий смысл, что он хочет сказать. То есть «Астаину аля умури куллиха биллях». Прошу
То есть здесь даже не о просьбе идет речь, да? То есть о требовании, о том, чтобы человек всегда требовал, всегда стремился, всегда находился в поиске помощи Аллаха. Вот об этом идет речь. То есть я прошу, требую во всех своих делах помощи у Аллаха. И далее его светлость разъясняет, что это, кто такой Аллах. То есть здесь есть وَهُوَ الَّذِي يَتَأَلَّهُ إِلَيْهِ الْحَوَائِجِ وَالشَّدَائِدِ كُلُّ مَخْلُوقٍ إِنْدَ إِنْقِتَاءِ الرَّجَاءِ. И это тот, то есть Аллах, это тот, к которому прибегают. Это тот, у кого ищут помощи. У кого ищут убежища. Куллю махлугин. Любое творение. Ищет любое творение. Абсолютно. Вне зависимости от того. Куллю махлугин. То есть любое творение абсолютно. Неорганические. Да. И ну, здесь важнее для нас люди. То есть и как следствие любой человек. Вне зависимости от того. Обратите внимание. Верующий он или неверующий. Атеист. Или мусульманин, или христианин, или иудей, или деист, или еще кто-нибудь. Многобожник, буддист. Любое творение. Это говорит непорочный имам. То есть то, что мы сегодня наблюдаем, атеизм, атеистов, людей, которые пытаются отрицать Бога, говорят, что мы не признаем Бога, это все... Это все поверхностное, то, что внутри творится у человека, известно Богу, известно его наместникам, одним из которых является имам Хасан аль-Аскари, говорит «Куллю махлугин» – каждое творение. То есть на практике все не так, на практике в реальности все не так, потому что, но когда? Когда прибегает к Богу? Каждое творение прибегает когда? Не всегда. Индаль хаваич, когда у него появляется нужда. Когда у него появляется нужда. Когда появляется нужда у творения, то ему некому прибегнуть, кроме как к Аллаху. Вощадаит. Извиняюсь, нужда, то есть конкретно любая нужда или очень тяжкая нужда? Что имеется в виду? Здесь сказано, обратите внимание. Индаль хаваич вощадаит. Когда есть трудности... Есть нужда, и что, и все? Нет. Инда ингита ирраджа. Когда у него нет уже надежды на кого-то еще, кроме него. То есть, когда человек обретает какие-то трудности, сталкивается с какими-то трудностями, какими-то нуждами, и при этом не находит помощи ни у кого. Ни у людей, ни у своих родственников, на которых он обычно привык надеяться, ни на своего какого-то влиятельного друга, может быть, влиятельного знакомого. Все это теряет вообще какой-либо смысл. Он даже на свое умение, на свой талант, на свой, на какие-то свои способности теряет надежду. Именно тогда он обращается в любое творение, абсолютно любое творение. Но здесь в первую очередь идет речь о людях, в первую очередь, конечно же. Любое творение обращается именно к нему. Это тот. То есть, таким образом, имам Хасан аль-Аскари знакомит человека с Богом. Кто такой Бог? Но здесь есть секрет. Почему таким образом знакомит? Почему... Извиняюсь, Курбан. Думаю, лучше будет после паузы продолжить. Иншалла. Мы прервемся на рекламную паузу. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات لا إله إلا الله
Кабире, уважаемые телезрители. Курбан, мы остановились на хадисе, в описании Бога. Да, мы видим в этом предании, что его святость имам Хасан аль-Аскари таким образом представляет, таким образом описывает, таким образом знакомит нас с тем, кого он называет Аллахом, кого мы называем Аллахом. То есть это тот единственный, причем, тот единственный, к которому мы прибегаем, и прибегает любое творение, когда сталкивается с трудностями и теряет надежду на все остальное, кроме него. На все теряет надежду, вне зависимости от того, кто он, верующий, неверующий, атеист, многобожник, единобожник, абсолютно любой человек. Курбан, извиняюсь, но, скорее всего, этим мы никак не можем аргументировать. Допустим, пройдет атеист и скажет, ну вот, я, допустим, никак не полагаюсь, и даже в такой ситуации я бы не полагался. То есть эта информация, как я понимаю, для нас, а не чтобы мы аргументировали этим к оппонентам, в первую очередь. Нет, никто ничему не аргументирует, во-первых. Во-вторых, мы сейчас не аргументацией не занимаемся, мы разъясняем, что значит смысл этого имам Хасан аль-Аскари, разъясняет, что значит «Бисмиллах рахман рахим». Я извиняюсь, я просто к тому, что мусульмане, по большому счету, к сожалению, они... То есть есть большая вероятность того, что потом будут использовать это, услышав с ваших уст, поэтому предупреждаю телезрителей. Но дело в том, что имамы очень часто, в частности имам Садык, алейхиссалату вассалам, когда ему, у него спрашивали доказательства Бога, говорили, просили принести какие-нибудь доказательства, ну какой-нибудь атеист, например, человек, или сомневающийся в исламе, сомневающийся в Боге, или, возможно, просто обычный человек с верой, но требующий какого-либо довода и доказательства существования Бога, и подходил к имаму Садыку, алейхиссалату вассалам, но хотел услышать из его уст, что он, какой довод он приведет. Но, скорее всего, конечно же, это был атеист, потому что это исходит из контекста, из того, как имам Садыку, алейхиссалату вассалам, ему отвечал, к нему относился. Имам Садыку, алейхиссалату вассалам, говорил, ты когда-нибудь, например, есть одно предание, человек спрашивает его об этом, его светлость имам Садыку, алейхиссалату вассалам, говорит, ты когда-нибудь поднимался на корабль, плавал на корабле? Тот ответил, да, плавал. Тот сказал, имам Садыку, алейхиссалату вассалам, тогда спросил его, когда-нибудь терпел крушение на корабле? Тот сказал, да. Но опять-таки, это довод, это доказательство, оно является особенностью и свойством имам Садыку, алейхиссалату вассалам. Почему? Потому что, то есть, имамов, людей, которые знают внутренний мир человека, в той мере, в которой дозволено Богом. И поэтому, если мы сейчас кому-то придем и забудем, имам Садыку, алейхиссалату вассалам, знал, что он плавал на корабле, и знал, что он терпел крушение. И он обратился к его личному опыту. И тогда его светлость сказал, было ли что-либо, был ли кто-либо, в котором ты видел надежду, в котором ты видел свое спасение, несмотря на то, что потерял надежду на все, абсолютно совершенно на все. Он сказал, да. То есть это и есть, имам Садыку, алейхиссалату вассалам, ему объяснил, что это и есть Бог. Тот, к кому ты обращался, тот, в ком ты видел свое спасение и надежду увидел, это и есть Бог. То есть имам Садыку, алейхиссалату вассалам, обратился к его личному опыту, к его личному пониманию. И такое состояние, насколько я могу судить, ну, может, дело... Не у каждого, конечно же, это происходит на корабле или в море, может быть, или во время крушения, но так или иначе, каждый человек имеет на протяжении своей жизни возможность оказаться в такой ситуации. И эта ситуация является милостью для человека, потому что он испытывает опыт, который дает ему познание того,
единственного, к которому он должен обращаться во всех своих делах, аля умури куллиха, во всех своих делах, а не только тогда, когда он сталкивается с какой-либо страшной бедой, когда ему ничего не может помочь, и он теряет надежду на все. Нет, он должен во всем к нему обращаться. Но ему такой красный сигнал, такой сигнал внимания дается, что есть тот, кто может тебе помочь даже тогда, когда не может тебе помочь какой-нибудь твой влиятельный друг, влиятельная семья или самые влиятельные твои знакомые. Даже они тебе ничем не могут помочь. Даже твое огромнейшее состояние, огромнейшее богатство тебе не может помочь. Ничего, даже твоя власть, твое влияние в обществе, влияние на какие-то государственные, возможно, органы, на что-то еще, ничего не может тебе помочь. Даже тогда он может тебе помочь. Да что говорить о других делах? Да что говорить о каких-то других нуждах? И этот опыт дается каждому человеку. Каждый человек испытывает этот опыт. И познать Бога, познание Бога, таким образом представлять Бога может только тот, кто имеет связь с Богом, имеет божественные источники, потому что сам Коран таким образом преподносит и представляет Бога. В Священном Коране об этом сказано. То есть, когда они поднимаются на корабли, когда они поднимаются на корабли, сам Коран таким образом знакомит Бога, что они обращаются к Нему одному, а когда их проблемы, когда их трудности разрешаются, то есть когда они уже оказываются на суше, то они забывают об этом, они забывают о Боге. Вот в чем суть этого довода, этого доказательства, что это опыт каждого человека. И здесь не нужно, что бы он ни говорил, я никогда это, никогда не то, это он может как бы обманывать кого угодно. Может обманывать себя, но это как в той самой истории, когда некий адвокат приходит к своему бедному родственнику одному, навещает своего бедного родственника, и у этого родственника, у этого бедного родственника не оказывается ничего дома, то есть ничего съедобного, каких-то продуктов, кроме одного яйца. И он просит жену приготовить это яйцо и подать этому гостю, своему родственнику. И они сидят за столом, они подают ему эту еду и сидят, общаются с этим человеком. И прежде чем он приступит к еде, этот человек спрашивает его, кем он работает. Тот говорит, я работаю адвокатом. А он не понимает, не знает, что такое адвокат. Говорит, а что это такое? И чтобы объяснить ему доходчиво, что такое адвокат, он говорит, вот видишь это яйцо? Он говорит, да, моя работа заключается в том, чтобы доказать, что здесь два яйца, а не одно яйцо. Тот говорит, просто замечательно, забирает это яйцо, говорит, я был голоден, а теперь докажи, что здесь есть второе яйцо и съешь его. То есть это вот из такого рода размышлений, когда человек говорит, что он может сказать, он может обмануть кого угодно, он может попытаться кого угодно обмануть, но истина-то заключается в совершенно другом. Сколько бы ты ни доказывал, что там два яйца, но ты можешь даже, может быть, убедительным, может использовать софистику, может ввести в заблуждение каких-то неграмотных, неосознанных людей, но даже они будут понимать, что здесь всего лишь одно яйцо, что здесь это не так. То есть эти утверждения, они и гроша ломаного не стоят, эти попытки, потому что человек... Каждый из нас переживал в жизни такие моменты. Одному человек, который переживал очень страшные какие-то бедствия в своей жизни, какие-то страшные события, рос, возможно, в очень трудных условиях, он, может, и не потеряет надежду вследствие каких-то простых, каких-то очень небольших трудностей. Возможно, ему понадобятся какие-то страшные какие-то бедствия, столкнуться со страшным бедствием, чтобы вот это пережить этот опыт. Но не каждый ведь не такой. Большинство людей при малейших трудностях теряют надежду и все
То есть меркнет все перед глазами. И, ну, отчаиваются. Отчаиваются, да. Отчаяние появляется. Вот это вот, это чувство появляется. То есть мы не хотим сказать, что каждый человек переживает вот это крушение, кораблекрушение на море. Нет, нет, это всего лишь один пример. Я ярчайший пример. Мы это понимаем. Мы даже когда слышим эту историю про кораблекрушение, хотя мы никогда, возможно, и не были в этих подобных событиях, мы понимаем, о чем идет речь. Откуда мы знаем, о чем идет речь? Аналогия. Откуда мы понимаем? Потому что мы подобные чувства переживаем. У нас есть свое кораблекрушение в своей жизни. В переносном смысле. То есть какие-то свои локальные кораблекрушения у нас происходят в жизни. И во время этих кораблекрушений мы познаем Бога. Но забываем о нем. Это есть тот Бог. То есть имам Хасан аль-Аскари просто разъяснил. То есть дает понять, почему он говорит таким образом. Почему он говорит «Хуа ладзи яталлаху илейхи куллю махлук». Почему это тот, кому обращаются все творения. Это о чем говорит нам? О чем должно сказать разумному человеку? Разумному человеку это должно сказать о том, что необходимо обращаться всегда, необходимо обращаться во всех своих делах. Потому что это надежда даже тех, кто не имеет надежды. Если человек, не имея надежды, находит в нем надежду, то человек должен искать надежду в нем во всем. То есть это есть смысл слова «Бисмилляхи рахмани рахим». Это таухид, это единобожие. Это единобожие практическое, это воплощение в жизни человека единобожие. То есть даже в безнадежной ситуации, если человек находит какой-то лучик света, то есть облегчается его состояние, то да. Если проблема уж не настолько критична, то в любом случае она послужит ему как успокоение, получается. Конечно, то есть если... Нет, вот здесь именно это предложение, это выражение, это описание подчеркивает именно то, что он всемогущ, он обладает этими возможностями, он обладает и желанием, и возможностями помогать. То есть, если он помогает тем, которые уже и может помочь, потому что люди находят в нем это, находят свою надежду, находят в нем спасение даже тогда, когда они лишаются всего, лишаются всех надежд. И в этот момент они находят в нем свое спасение, прибежище, убежище в нем находят, то, естественно, человек, который находится в более... в менее сложных обстоятельствах, в менее сложных ситуациях, он может легко это найти, может легко найти в нем то, что он обычно ищет в других. То есть то, что он ищет обычно в других. Что не он отчаявшись, но тем не менее, с каким-то, с какой-то тревогой и как-то дискомфортом он все равно как-то действует. Да, ну, дело в том, что человек так или иначе всегда видит в чем-то спасение всегда что-то ищет, всегда в чем-то видит какую-то опору, возможно, страховку какую-то, возможно, видит какую-то поддержку и так далее, помощь. Или может видеть в чем-то просто как средство, может смотреть на что-то как исключительно как на средство, на свое образование, как на средство своего благополучной жизни, своей благополучной жизни. И надеется на него. И надеется на свое образование, например. Видит же, в чем-то видит всегда. Да, так да. Почему бы не видеть это именно в том, именно в Боге? То есть не видеть в образовании, не видеть в деньгах, не видеть в своей работе, в своем положении общественном, в своих родственниках, не видеть спасения, надежды и помощи, не искать в них этого, а видеть только в Боге. А все остальное воспринимать как свое обязательство, как свой долг. Угу. Курбан, не этого. Я извиняюсь, мы вынуждены прерваться. Время подошло к концу. Мы прощаемся с телезрителями. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. يا رافع
حسناتي.